Жители и гости Артемовского городского округа теперь могут насладиться ездой по еще одному полностью реконструированному участку дороги протяженностью почти в 1,5 километра. Движение по улице Советской было перекрыто в первых числах октября. Почти через месяц, 2 ноября, состоялось ее открытие. Все реализовать одним днем невозможно. Часть улицы Советской мы открыли, а правая часть улицы осталась, не отремонтированной. Соответственно, жители тоже обратились, помогите и нам. Понимаете, руки до всего не доходят, и деньги у нас не такой карман. Наши желания, слишком велики. Поэтому вот на следующий год, я уже повторюсь, запланирована улица Станционная, на которую, я уже не помню, когда делался капитальный ремонт, на нее запланировано 27 миллионов. Это почти половина суммы, которая выделяется. А далее вот по планам улица Ленина, улица Мира, автобусный маршрут, потому что жители тоже задают вопросы. Сделайте сначала автобусный маршрут. Жители, не главных улиц говорят, она до нас, когда очередь дойдет. Дойдет, уважаемые жители, до всех очередь. И я думаю, что вы видите, что дороги уже начали ремонтироваться. Это самое болевая точка, потому что у нас практически каждый водитель в городе. А если не водитель, то каждый пассажир. Поэтому дороги будут ремонтироваться.